какие-то чудеса происходили, я не знаю. Был какой-то полный бред. В каком плане? Гладиус глюкнул, мне аж пришлось компьютер перезагружать, настолько он сильно глюкнул. Это к вопросу, пипец вообще. Блин, почему я же выбрал опять? Я же выбрал этого. Погодите, я не пойму, я выбрал этого. Этого выбрал, он мне, блин, фигню какую-то. О. Да, вопросов нет. Не опасный товарищ. Так. Обратно. Да. Паникрон-то тут прям вообще это. Нифига себе, блин, тут я хочу сказать у этого. Некрона. Армия. Разыгрался он. Зря его не размочил. Наступить я не могу. Понятно.
Значит. Еще надо вот здесь этого Ранафекса. Так, что-то у нас влияние. А? И пирамиды понастроил, это мощно, я хочу сказать. Не очень хорошая позиция, конечно, блин. Пытаться отступить.
Вот 25. Где нам не хватает пенелки на здесь аж 3. Вообще. Так, у меня тираны грохнули. Красно где? Вот здесь, да? Верно. Как-то тиранов не так много. Да, много их, много-много. Это только троих я грохнул. Их еще 8, блин. Но что хочу сказать, здесь есть хотя бы явный успех. А потери есть, и могли бы быть больше. Мешает вот туда пройти. На. На.
Это минус пирамида одна. Ибо нефиг, как говорится. Направление. Это да. Так. У нас тут прекрасно. Нам бы лояльность улучшить. Крина построим для разнообразия. Очень тяжело. Положение по всей линии фронта просто. Я хочу сказать, механикусы больше спамят, конечно. И меньше теряют. Значительно меньше теряют. Сицкий город здесь. Они вот по центру теперь бьют, наступают. Они видят, что я здесь сместился. И давят центр. Второй сейчас заберем себе артефакт. Отлично.
Это что это было? Нет, погодите-ка. Это что это было, блин, непонятно, блин. Фигня. Так, блин. Пипец, блин, их героев валить. Конечно. Удовольствие. Ух, это другое дело. Теперь мне придется вот сюда все войска направлять, резервные. Это ж пипец. Там с тираном. Тиран строится. Я бы еще бы одного построил.
Тридцатник. Все. Надо нам регунов понастроить. Нас их все поубивали. Тебе нужна новая клетка. Есть. 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 Следование. По венам тропы. Там тоже построим. Главное, мы почти этот город разломали. Это пипец, как очень карма. Они в центр переместились. Это хорошо. Кого они у меня не грохнули? 34, ты че шутишь, что ли? Кого-то они грохнули. Не. Они подошли. Сколько у них войска? Этого надо выводить срочно. Давайте разбираться тут пирамидой. Вернуться? Да ты чё? А чё так? Баба-то. А я забыл это активировать, ну ладно. Не атакуют-то. Авиации сколько прям вообще. Я больше... Верно, кстати, слушай. Надо вот этот истребитель срочно убирать. Почему? Он наводит дополнительно и окружающие. Можешь?
Отлично. Не того растоптал, но ладно. Того растоптал. Так, давай-ка лечи здесь. Забирать уже. Отлично, крупный город Хаосита мы забрали только что. Ты ж. Так. Интересно. Контузия, да? Так. Давайте пожирать дальше все. Так. Где нет тирана? Давайте вот сюда. Так, где нужен прорыв? Где? Вот здесь, я считаю, достаточно войска, а вот здесь вот прям центр. В центре прям караул какой-то. Так, это просто шикарно. Пирамиду почти сломали. Давай здесь новый город создадим. Что я устрою, блин? Блин, все пожрали, а? О, 30. 20. Вот торчий грибок был.
Да, Иродула можно построить, но я пока строится Иродул, могу строить больше. Тирана у меня. Я вот сюда бы еще бы. 405, поэтому влияние не буду тратить. Сколько он стоит? 270, да? Ну, то есть я его гарантированно следующим ходом. Давайте Гарус Пикс. Хотя толку от него. Гарус Пикс. Экзокрина я хочу. Вроде и ближний, и дальний. Посмотрим. Так, главное, я Некрона остановил. В центре сейчас будет жесть, я сразу говорю. Вот они сражаются за города Хаосита. Тут гвардеец, оказывается. Другой, тут, собственно, их основная масса. Если я здесь сейчас продавлю Некрона, то будет и просто великолепно. Но я его продавлю по-любому. Стоит вопрос, а что я потеряю, что нет. Так. Черт. Экзокрин, ладно. И чем ходом еще будем брать? Прости, блин. Я ваша тетя. И что? Так, давай-ка убегай. Этот вот стальной изверг. Хороший. Ох, 29, блин. Извините-ка меня.
Так, куда я там могу пробраться-то? И на 6-1. Так. Так, во-первых. Убираем. Да, есть контакт. Вот, давай тебя. Давай. Жрать. 20, да ты че? Пожрали. СМС-ки мешают. Погоди-то. 25. Так, здесь более-менее. Здесь проблема. Так. Слушай, ликтора мы отправим еще наверх. Так, тебя тоже наверх направим. Пять. Ух, там будет 270, да? Влияние-то мое. А, вот влияние-то мне, блин, и не хватит, я его все потратил. Ладно. Гарус Пикс построим. Ну, Гарус Пикс, он вообще... Танк. Сказал бы, назвал бы его танком. У тебя есть, все у вас есть.
Есть. Слушайте, здесь они явно прям просели. Здесь тоже. Тригона грохнули, негодяй. Ликтора. Негодяй, а? Ну, у них здесь просто много войск, и все. Ни о чем просто. Остаточка. Каруспикс. Да. Отлично. Хорош. Да, давай, давай. 11 брони.
момент. Асид мешает обойти, блин, что ли? В чем проблема-то? Так. Мне влияние нужно, да? Немного в экономику вложимся, да? Здесь прекрасно, здесь блин, исследовать нечего. Блин, артефакт на урон. Опять стыбзили. Смотри, они хотят не дать мне протаранить некрона. Но у меня будет небольшая группа атаковать. Остальная будет зачищать все это дело. На те.
Угу. Есть контакт. Есть еще минус. Это просто шикарно, блин. Так, мне наверх надо. А наверху жарко становится. Очень жарко. Кровать. Превращаем. Thank you.
почти исследовали. Нормально. Они хотят между нашими войсками прорваться. Я не понимаю, зачем. Просто мы их уничтожаем легко в таком случае.